Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Башня. Привет! Здравствуй, ежик. Ничего себе, как много у тебя кубиков. Много. И что же ты будешь строить? Башню. Кубики! Вот это да! Здорово! Можно кубик? Один. Один. Бери. А мне тоже один, можно? И мне всего один. Один можно. Смотри, ежик, отличное место для строительства башни. Ага. Ой. Да. Из одного кубика башню не построишь. Не построишь. Ёжик, тебе нужно больше кубиков. Где же их взять? Отдай! Это мой кубик! А я хочу этот! Я первый его взял! А я первый увидела! Нет, я! Малыши, смотрите, ежик вернулся. Вот один, еще один. И еще один. И еще один. Теперь много. Вот это башня. Один и много. Один кубик. Много кубиков. Вот идет один верблюд, и еще один верблюд, и еще один верблюд, и еще один. Как верблюдов стало много. Далека у них дорога. Ой, одна капля. Много капель. Один. Очень много. Ни одного. Один. Много. Я возьму один арбуз. И еще один арбуз. И еще один арбуз. И еще один. Как арбузов стало много. Много. Нам теперь нужна подмога. Как арбузов стало много, нам теперь нужна подмога. Много! Один. Красная шапочка.
Здравствуй, барашек. Что это такое красивое ты нарисовал? Привет, это ягодка. А что теперь будешь рисовать? Нюшеньку. Нет, нельзя рисовать. Почему, Нюшенька? Сейчас. Ой, а где же она? Нету! Нюшенька, что ты ищешь? Панамку! Барашек, надо помочь Нюшеньке. Я в ней такая красивая! Красивая! Нюшенька, а какая она, твоя панамка? Вот такая! А, красная! Твоя любимая красная панамка. А панамка это что? Шапочка такая! Красная! Красивая красная шапочка! Шапочка красная. Я ее нашел. Где? Пойдем, покажу. Где моя панамка? Пойдем. Закрой глаза. Открывай. Панамка. Моя. Моя красивая. Красная панамка. Красная. А теперь рисовать? Да, рисовать. И правда, какая же красивая наша Нюшенька в своей красной панамке. Красный. Здравствуйте, малыши. Какой красивый красный шарик. Да, красный! Солнышко светит красное, значит, погода классная. Платье надену красное, буду теперь прекрасная. Ах, до чего прекрасный цвет наш любимый красный. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Нюшенька, а что это у тебя? Красный кружок! Правильно, красный. И у меня тоже красный кружок. Повторюша! Может, нарисуете еще что-то красное? Красный цветок! Красное яблоко! Съем я малину красную, съем я клубнику красную. Ягодки хоть и разные, но погляди, все красные. Ах, до чего он разный, цвет наш любимый красный. Пам-пам-парам, пам-пам-парам. Ёлка. Здравствуйте, малыши. Что мы будем делать сегодня? Рисовать. Рисовать? Хорошо, давайте рисовать. Под Новый год в каждом доме появляется елка. Какого она цвета? Она
Зеленая! Правильно, зеленая. А еще какая? Колючая! Колючая! Пушистая! Пушистая! Новогодняя! Очень красивая. Хотя чего-то на ней не хватает. Игрушек! Шарик. Красный. Колокольчик. Голубой. Звездочка. Желтая. А какого цвета огоньки? Голубые! Красные! Желтые! Зеленые! Разноцветные огоньки горят на нашей елке. Кто же придет на нашу елочку? Какого он цвета? Белый! Нос! Красный! Шарф, шапка и варежки? Голубые! Кто же это, малыши? Снеговик! С Новым годом, малыши! С Новым годом! Мчится, песенки поет, бородою снег метет. Новый год, Новый год, здравствуй, Новый год. Новый год, Новый год, здравствуй, 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 Новый год. Снег искрится, всем не спится, это Новый год. Это Новый год пришел. Новый год. Тут и зайка, и лисица, и медведь большой. Всем под елкой хорошо. Солнышко. Доброе утро, ежик. Доброе утро, Нюшенька. Здравствуйте. Утро недоброе, солнышка нет. И правда нет солнышка. А может, вы его нарисуете? А, нарисуем? Не нарисуем, карандашика нет. На! Молодец, ежик. Взял и нашел мелок. Спасибо. Да, спасибо. Вот. Ну как? Да, хорошее пятнышко. Это не пятнышко, это солнышко. Нюшенька, как ты думаешь, почему твой рисунок не похож на солнышко? Солнышко не такое.
Да, ежик, солнышко не такое. Оно круглое, как часы. Или как тарелка. Молодец, ежик. Пуговица тоже круглая. Катится. Малыши, хотите фокус? Ежик, встань на пуговицу. А ты, Нюшенька, попробуй ее обвести. Солнышко круглое и утро доброе. Молодцы, малыши. Доброе! Доброе! Круг. Здравствуйте! Здравствуй, Нюшенька. Что это? Это круг. Тарелка. Тарелка какая? Круглая. Посмотри-ка ты вокруг, друг, друг, друг. Всюду ты увидишь круг, 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 круг. Всюду ты увидишь круг, 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 круг. Только посмотри вокруг. И тарелка, и часы, и кусочек колбасы. Пуговка в ладошке, солнышко в окошке. Нюшенька круглая. Мячик тоже круглый. Посмотри-ка ты вокруг, друг, друг, друг. Всюду ты увидишь круг, 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 круг. Всюду ты увидишь круг, 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 круг. Только посмотри вокруг. И тарелка, и часы, и кусочек колбасы. Пуговка в ладошке, солнышко в окошке. Попрыгушки. Здравствуй, барашек. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Привет! Барашек, привет! Опа! Оп-оп-оп! Ого! Можешь так? Не, не могу. Опа! Крошек, а ты можешь научить барашека прыгать? Ага, это легко. Повторяй. Оп, оп, оп. Вот так. И вот так. Хей, хей. И вот так. Ой. Какое все твердое. Ага, твердое. Да, на твердое падать неприятно. То ли дело на мягкое. Эй, смотрите! Ой, Нюшенька, там твердое! А я не боюсь! Ой, ой, ой! Ха-ха!
подожди! Крошек, на помощь! Нюшенька, стол твердый, а подушка мягкая. Мягкие подушки, веселые попрыгушки. Твердые и мягкое. Твердое. Мягкое. Я люблю свою подружку пам-парам-пам-пам. Очень мягкую подушку пам-парам-пам-пам. Ты моя подружка, мягкая подушка. Полезай под бумажка. Твердый пол и твердый стол. Деревьев твердый ствол, твердый камень на дороге. Береги, дружочек, ноги. Мягкая! Твердая! Булочка мягкая, тарелка твердая, подушка мягкая, книга твердая, котенок мягкий, черепаха твердая. Твердый пол и твердый стол, у деревьев твердый ствол, твердый камень на дороге. Береги, дружочек, ноги, ой, ой. Ты моя подружка, мягкая подушка, полезай под пупушка. Понравился этот сборник? У малышариков есть еще. Обязательно посмотри их в следующий раз.